Но это пока самая результативная игра между командами в этом чемпионате. 7 голов не забивали. А вот и восьмой. Байер Висвенсон. Ловкость рук, никакого мошенничества. Он способен на такие фокусы. Но вот пробили и Анси Ньеми. 4-4. А сколько у нас шпаг? 4. А сколько у нас где-то? 4. Сколько голов Локомотива? 4. Столько же и у Йокер. Ах, как обкатил! Ну, красавец! Вот для этого Пайру и Свенсона сюда и звали. Как же элегантно, а?